Красная шапочка. По мотивам сказки Шарля Перро. Жила-была на свете маленькая девочка. Все любили ее, а бабушка больше всех. Однажды бабушка подарила дорогой внученьке красную шапочку. Шапочка так шла девочке, что она каждый день надевала ее. Девочку так и прозвали – Красная шапочка. Как-то чудесным ранним утром мама сказала девочке: «Красная шапочка, вот кусок пирога и кувшин вина. Отнеси это бабушке, она захворала. Но иди скорее, пока не слишком жарко. И смотри, будь умницей, не беги, а то разобьешь кувшин. Да с дороги не сворачивай, всякое может случиться». «Я буду очень осторожной, мамочка», — пообещала красная шапочка, попрощалась с мамой и пустилась в путь. Бабушка была совсем старенькой. Жила она в лесу, в получасе ходьбы от деревни. По дороге девочка повстречала волка. Она не знала, какой он коварный, и поэтому совсем не испугалась. «Здравствуй, девочка», — сказал волк. «Здравствуй, волк», — ответила красная шапочка. «Куда ты идешь так рано?» «К моей бабушке». «А что у тебя в корзинке?» — спросил волк. «Кувшин вина и кусок пирога. Это для моей больной бабушки», — ответила девочка. «А где живет твоя бабушка?» «Ее дом стоит в лесу под тремя большими дубами. Это совсем недалеко», — сказала красная шапочка. «А не съесть ли мне эту бабушку?» — подумал голодный волк. «И какая у нее румяная внучка. Лакомый кусочек», — облизнулся волк. «Уж, конечно, она намного вкуснее старушки. Ладно, съем их обеих». Некоторое время волк шел молча рядом с красной шапочкой, а потом сказал ей вкрадчиво: «Девочка, девочка, а не нарвать ли тебе цветов для твоей бабушки? Смотри, какие они красивые». Красная шапочка оглянулась вокруг и увидела много разных цветов. «Если я нарву их для моей бабушки, она будет рада». И девочка стала собирать цветы, свернув с дорожки. Так она зашла далеко в лес, даже не заметив этого. А в это время волк подбежал прямо к дому бабушки и постучал в дверь. «Кто там?» — спросила старушка. «Это я, красная шапочка», — проговорил волк. «Я принесла тебе кувшин вина и кусочек пирога. Открой мне». «Я так слаба, что не могу открыть тебе. Дерни за веревочку, дверь откроется». Волк дернул за веревочку и вошел в дом. Он подкрался к кровати, где лежала бабушка,
и мигом съел ее. Затем надел ее рубашку, кружевной чепец и лег в кровать. Тем временем Красная Шапочка собрала большой букет цветов и, довольная собой, пошла к дому бабушки. Девочка очень удивилась, увидев дверь открытой. Она вошла в дом, подошла к кровати и сказала: «Здравствуй, бабушка!» Но никто ей не ответил. Она подошла чуть ближе. Из-за надвинутого на глаза кружевного чепца лица бабушки почти не было видно. «Какие у тебя большие уши, бабушка!» — сказала удивленно девочка. «Это чтобы лучше слышать тебя, дитя мое!» — ответил волк. «А какие у тебя большие глаза, бабушка!» «Это чтобы лучше видеть тебя, дитя мое!» «Какие у тебя большие руки, бабушка!» «Это чтобы крепче обнять тебя, дитя мое!» «Какие у тебя большие зубы, бабушка!» «Это чтобы съесть тебя!» — сказал волк, спрыгнул с кровати и одним духом проглотил Красную Шапочку. Довольный и сытый волк лег в кровать и сразу уснул, громко захрапев. В это время мимо дома проходил охотник. Услышав храп, он подумал, что случилось. Почему старая женщина храпит так сильно? Пойду узнаю, не нужно ли ей чего. Он вошел в дом, приблизился к кровати и увидел крепко спящего волка. «Вот ты где, негодяй? Давно я охочусь за тобой», — подумал охотник, прицелился и хотел уже было выстрелить, но остановился, опустил ружье. «А что, если волк съел старушку?» Охотник взял ножницы, лежащие на столе, и разрезал живот спящему волку. Тут маленькая девочка выпрыгнула наружу, закричав: «Ой-ой-ой, как же я испугалась! Как темно было в брюхе у злого волка!» Следом за внучкой вылезла и бабушка, чуть живая от страха и волнения. Вовремя подоспел охотник. Охотник взял ружье, шкуру волка и пошел своей дорогой. Бабушка съела кусок пирога, выпила немного вина и почувствовала себя гораздо лучше. А Красная Шапочка сидела молча и думала: «Никогда больше в жизни не ослушаюсь маму. Никогда не буду сворачивать с дороги и разговаривать с незнакомыми». Так она поняла, как важно слушаться маму.